Вкус детства будем вспоминать. Так, для этого нам надо взять желток. 120 грамм сахарного песка. Сто двадцать миллилитров молока, у меня козье. По желанию можно добавить ванильный сахар. Я внесу немного. Все это перемешать. Сейчас мы это все перемешаем и поставим на плиту, будем уваривать до густоты небольшой. Как начнет густеть, так снимем. Можно сделать это блендером. Все, ставим это на огонь, нашу смесь, и непрерывно помешивая, варим до загущения. Смесь начнет густеть, и мы снимем ее с плиты, будем охлаждать. А пока продолжаем варить. Будет очень вкусное мороженое, пломбир, как раньше ели. Я продолжаю варить. Так, я поварила эту смесь 5 минут. Она начала у меня густеть. Вот я перелила, охлаждаю ее. Надо помешивать, чтобы пленка не встала. Нам надо это охладить. Состояние как вот сгущенка и вид. И структура. Пока охлаждается эта смесь, нам надо взять сливки 700 грамм, 700-800. У меня козьи свежие, я прогнала с утра через сепаратор. 700-800 грамм сливок тоже нужно поставить на пастеризацию и потом охладить. У нас остыли пастеризованные сливки и остыла смесь молока, желтка и сахара. Сейчас нам надо взбить сливки, и потом мы эту смесь внесем сюда. Так, взбила я сливки. Сейчас внесу нашу вареную смесь из молока, сахара и желтков.
Она как сгущенка у нас по структуре. И все это взобью. Вот такая масса у нас густая, густоватая получилась. Сейчас мы разливаем по стаканчикам и берем все это в морозильник. В морозильнике постоит где-то у нас сутки, и можно будет уже кушать. Такая вкусняшка у нас. Очень вкусный пломбир получается. Все натуральное, никаких нету здесь примесей, ничего искусственного. Только молоко у нас, желтки, сливки, сахар. Все натуральное. Продолжаем разливать. Перелила я мороженое по стаканчикам. Сейчас закрою пленочкой, чтобы не выдыхалась, грязь не попадала, пыль. Ну и чтобы не высохло. И беру в морозильник. Вот так я упаковала мороженки, закрыла. И сейчас отнесу их замораживаться. Вот так мороженое выглядит после морозки. Вчера поставили, сегодня замерзло. Так вот видно, да? Вкус все настоящее мороженое. Вкус детства. Настоящий пломбир. Очень-очень вкусный. Советую вам попробовать сделать себе, своим деткам. Им очень понравится. Вот вроде бы и все. До новых встреч. Всем пока-пока.